С 5 по 15 декабря Почта России дарит возможность подписаться на периодические издания со скидкой до 30%. Компания обещает снизить стоимость подписки на более чем 2400 изданий. Среди них общественно-политические, развлекательные и узкоспециализированные газеты и журналы. Воспользоваться данным предложением можно будет в отделениях Почты России, на сайте, в мобильном приложении и у почтальонов при помощи мобильных почтовых кассовых терминалов. Отметим, что подписка рассчитана на 6 месяцев. Помимо этого, компания предлагает присоединиться к акции «Дерево добра», выписав периодику для социальных учреждений.